Тед Джонс и подвал судьбы. Okay.
Спасибо вам, мои верноподданные, за ваши преданные приношения. Этой жертвой мы чтим нашу богиню и очищаем наши души. Богиня богинь, Хотепсехус. Прими это приношение как наш бескорыстный подарок. Почитание тебя прокладывает нам путь на небеса. Смелей, Тед. Что, черт возьми, происходит? Быстрее, исправьте это. Поможешь? Давайте, вам нужно бежать. Нет, не сюда. Ты грешник, как ты смеешь? Ты прогневал нашу богиню Хотепсехус. Никто не смеет прерывать нашу священную церемонию. Хотепмехахрасабис. Подожди-ка. Я думаю, что ты подарок данными богами. Он будет нашим первым человеческим жертвоприношением. Жертвоприношение! Жертвоприношение! Радуйся. Ты следующий.
А теперь давайте почтим нашу богиню горячими итогами последних пожертвований. Вкусно, не так ли? Но ты мошенник. Ты не поклоняешься никакой богине. Нет, 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 стой! Тихо вы, дураки! Он обманщик. Мы приносим жертву нашей богине. Жертвоприношение! Жертвоприношение! Прощай, лопух. Вы в порядке? Нет, не сейчас. Ты не выберешься отсюда. Чтоб тебя! Ого! Поверь мне, до сих пор это был безопасный район.
Ну что ж, сегодня они не сделают из вас гамбургеры. Иди, давай. Ты свободен? Я найду для тебя пару печеньев. И ты же знаешь, я не уверен, можем ли мы доверять печенью. Что если это печенье из кошки? Или еще хуже, печенье, сделанное из собак. Я лучше найду немного молока. Не может же молоко делаться из кошек? Или может?